Короткочасовые дожди и местами навальницы. Неустойливое надворье захаваются у столицы и регионе у выходные. Температура по ветру понизится. Дневный максимум завтра до 19 с плюсом. У неделю характер надворья изменится, опадки спынятся. Нам начнет выдвигаться прохладный антициклон со Скандинавии. Погода улучшится, будет солнечно, ночью звездно, но из-за этого как раз понизится температура ночью. Плюс 5-7, днем будет 17-19. Крыху потеплее у початку наступного тыдня без опадков и до плюс 20 градусов.